Всем привет, с вами Ольга Чернова. Сегодня я пришла вырвать свой салат для того, чтобы приготовить салат. И хочу вам напомнить, что салат нельзя передерживать в грунте. Его нужно употреблять, пока он молодой. Тогда у него листья нежные, мягкие, сочные. Как только он перерастает и начинает у него вот такая вот образовываться, как, ну как, типа уже начинает стрелка выходить. Все. В этом случае он уже, у него лист грубеет, как только он начинает семена образовывать, цветочки, появляется горечь, и из него невозможно будет что-то приготовить. Так что не жалейте, вырывайте свои салаты, пока они молодые, пока они сочные, лист нежный. Я вырываю всегда с корнем, потому что это удобно потом его помыть. Вот прям с корнями все изымаю, промываю. Так листья не разваливаются и не теряются. Я сейчас его обмою, обрежу и приготовлю самый простейший, но любимый салат весенний. Это салат, яйца отварные и зеленый лук. Если у меня будет время, я приготовлю фотоотчет, потому что многие молодые хозяюшки, ну и не молодые, может быть, кто только приобрел дачу, они не знают, недооценивают вот этот салат. Это самый вкусный, самый вот такой, не знаю, самый полезный. О свойствах сейчас не буду говорить, время нет. Ну, короче, готовьте салат вот из такого салата. А витаминоз убивается сразу. Пополните все витамины, которые вы потеряли за время зимы. Яйца, майонез, лук зеленый и вот этот салат. Прекрасное дополнение или к гарнирам, или как полноценное блюдо. Нужно готовить салаты каждый день, тогда будете здоровыми и красивыми, и жить будете 100 лет. До свидания!